Ну что, всем здравствуйте, приветствую, мы продолжаем с вами проходить Metro Last Light. И я думаю, в этой серии все-таки будет финал. Просто серия была очень интересной, я перепроходил даже один момент. Очень, ну так, пару раз. Вот, грубо говоря, один раз, но потом загружался с последним чекпоинтом. Вот, сейчас мы с вами находимся в такой местности, остановились мы с вами здесь. И мы видели очень-очень интересное зрелище. Сейчас не его посмотреть в следующем. В предыдущей серии ссылочка находится на полице по нахождению игры, и подсказочек там сверху справа будет и в белом кругу, или в восклицательном знаке, да, там восклицательный знак будет, нажимаешь, там будет предыдущая серия прикреплена и плейлист по нахождению данной игры. И если ты смотришь телефон, чуть ниже описание спускаешь, там в принципе то же самое, тут те же самые подсказки, только у тебя чуть по-другому, видишь, выглядят они. Вот, поэтому как-то так. Вот, но серия будет очень интересная, я думаю, все-таки это финал, мне кажется так, но сейчас узнаем. Я тайминги не смотрел, вот, но я думаю, мне подскажут, что уже финал. Поэтому, ребята, у Саши поудобнее, надевайте пледик, обязательно предпитит куш, прям чипить кофе пить или пить воды, при этом просмотр. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! То есть самое дерьмовое, знаете что? Вот. Но он не дает мне взять. Вообще никак не дает. Вот что ты не делай, что хочешь, ну... О! Взял! Прикинь. Заметка 1. Теперь мне известно все, и все стало на свои места. Все, что я видел до сих пор, было лишь приготовлениями. Настоящий удар будет нанесен в последний момент, когда никто не будет его ждать. Корбут говорил о том, что захватит метро бескровно. Он действительно может это сделать. Последняя кровь, которую ему придется пролить, кровь бойцов Ордена, защищающих D6. Красные застанут их врасплох, ведь в момент нападения Москвин будет подписывать мирный договор с Мельником и остальными. Так, все, хорошо. Наконец-то прочитали. Ты не мог, прикинь, просто серию так подходил, не мог взять. А тут, видишь, кругами походил и все, не взял. Так, ну тут, я думаю, у нас сейчас с тобой будет битва, причем такая прям жесткая, поэтому погнали. Да, я так, в принципе. Она защищает детей. Осторожно. Блять, что? А я могу бегать, что нет? Бля, здесь пизда. Я, в принципе, так и думал, что здесь будет такая тема. Я почему-то так и думал. Ты иди ты нахуй, ты, блядь. Бережет спину. Там она беззащитна. Да иди ты нахуй, блядь. Больно вообще-то, если что, но в курсе вообще-то больно. Спина, ну как мне до нее добраться, до спины, блядь? Блядь, больно вообще-то, говорю тебе, блядь, очень больно. Бля, мужики, помогите. Погнали просто бегать от нее, я понял. Но я так и знал, что это будет босс здесь. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Бам, нахуй. Хорошо, да, было? Хорошо, согласись. Беги. А, вот, вжало.
Ебать. Это вообще жесть. Босс, третий босс. У три босса получается. Где все лут это был? Да, блять, отъебись-то нахуй. С тобой защитить медведя, хранитель леса. Да, ну блин, он сказал, видишь, он сказал, что надо защищать детей, надо защищать детей, поэтому тоже неправильно. Ну вот все. Так, ну что, let's go, погнали. Видишь, на нас он нападал, что чувствовал, ну, думал, что угроза. А на самом деле, видишь, мы ее спасли. Вот подожди теперь, я ищу лут. Здесь нет ничего, ну ладно. Слава богу, цел. Кто это с тобой? Неужели? А это кто? Что? Кто сюда ребенка без противогаза? Что? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет! Не стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше, а то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артем, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. Надо, хуйня, не занимайся же. А что он показывает? Зеленый, желтый, типа уровень опасности, я так правильно понимаю, уровень опасности показывает. О, я понимаю его, вижу его мысли и слышу твои, Артем. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот, почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Да. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я. Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои. Мои. Они там. Они спят. Да это же... Это же... Смотри, они в спячке. Он не один. Я должен их разбудить. Им пора жить. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом. Вокруг. Но я должен. Иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю. Что надо? Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные. Ого, то есть, получается, Артёму установили одни из черных, ну, из этих инопланетянинов, как я понимаю. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной. Надо убеждать его, да, убедим. Обязательно. Он не единственный, не последний. Да, это вообще жестко. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Принуждение к миру.
Вот так называется у нас с вами глава. Артём, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения к санитарной роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажет? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с... Марио может перевоплощаться. Интересно. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит ордеру? Ведь Д6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества Д6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, Д6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Готово. Притащили сюда эту обезьяну. Открыть, что теперь? Есть. Разговор окончен. Следуем в зал совета. За мной. Марио, можешь перевоплощаться? Интересно. Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам орденов, Д6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Опа. Поле, заметка 1. Я спрашивал малыша, как получилось, что он выжил? Как ему удалось уцелить в огненном аду? Теперь я знаю, когда ракеты уничтожали город черных, его там просто не было. Черные. Мы спрашивали себя, как получилось, что разумная жизнь появилась так стремительно? Почему нам потребовалось миллионы лет эволюции, а черные появились за считанные годы? Ответ был прост. Это мы, люди, дали им жизнь. Они возникли из нас. Мой отчим был прав. Она следующая ступень. Они следующая ступень эволюции. Следующая за нами. Мы их отцы, а они наши дети. Мы создали столько видов оружия, чтобы уничтожить себя. И одно из них породило их. Они не такие, как мы. То, что убивает нас, делает их сильнее. Мы оставили им разоренный, отравленный мир. Но они научились в нем жить. Черные существуют, поглощая радиацию. Родившись, они не сразу появляются на свет. Они существуют во сне, продолжая расти, набирая знания тех, кто вышел до них. То, что мы уничтожили, было их домом. Но ясли, в которых спали их дети, находились под землей, рядом с ботаническим садом. Рядом с телебашней, в бункерах под зданиями телецентра, которые были связаны с Д6. Но после падения ракет входы в ясли были завалены. Те черные, которым пора было проснуться, остались внутри. Вместо них очнулся он, детеныш-малыш. Очнулся разбуженный взрывом и последним криком своей матери. Бля, соболезно осуждаю такое. Не знающий, что произошло, ничего не знающий о мире, не готовый к жизни. Но он пытался найти своих родных и не мог, потому что те немногие, кто выжил, продолжали спать. Их время проснуться настало и прошло. Еще чуть-чуть, и они обречены умереть от голода, так никогда не открыв глаза. Уж не знаю, как Хан сумел убедить Мельника, но тот был образцом выдержки и ни разу не подтянулся к оружию, когда увидел черного. А дальнейшие события шокировали меня еще больше, чем план Корбута. В Д6 есть черные. Хан предложил, что они были созданы людьми незадолго. Зачем? Как солдаты, не боящиеся радиации, не требующие голосовых приказов? Возможно. Но потом Бог, видимо, решил дать им душу. Только бы пронесло. Да уж, интересно. Подожди, там только один дневник будет? Да, только один дневник, все. Так, ну поехали. Я официально отдаю приказ о прекращении операции Эльдорадо. Слава рейху! Слава! Суждаю. В заключение официальной части слово предоставляется лидеру Красной линии, товарищу Москвину. Товарищи, я не побоюсь этого слова. Друзья, мы
так же считаю. Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей! Ура! Давай! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз! Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артём, малыш, ваш выход! Погнали! Да, давай, давай, забирайся. Все нормально? Так, да, посмотрим, что же он нам покажет сейчас. Коридоры, блядь, какие-то. Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел? Совсем уже? Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем? Выпьем, брат. Обсуждаем. Единогласно. Молчишь. Что смотришь так на меня глазами своими честными? А никого не смутило его усы? Никого не смутило его усы? Наш. Сам ты виноват. Наш. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал, а теперь меня за яйца держит из-за тебя. Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения, а ты все равно. Прости. Слух? Где он? Где, по, где пацан? Значит, где? Где он? И мне что-то подсыпали. Как вы, брату? Блядь, где он? Где малой? Где да. малой? Отравил брата своего. Но Корбут, я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас Т-6 штурмует, а там вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководите! Прикажите, проклятые! Вот отзовите войска! Откровение. Сволочи! Выиграйте время! Здесь все ясно. Как скорее, на вокзал. Т-6 мы не отдадим. За мной! А где малой? Где малой? Надо ему помочь теперь.
То она стоит, она стоит своя. А во, молодец, молодец, фу. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Взаимно. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Финал, ребят. Последний бой называется. У нас глава. Поехали. А мне пулемет дадут? Ну что ж, началось. Наступает с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит пятерых красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! Поехали. А, я могу здесь что-нибудь взять? Хо-хо, прикинь. Вообще любое оружие, да, бесплатно. Тогда представим, пулеметный УСМ. Ударно-спусковой механизм без разобщителя позволяет вести полностью автоматический огонь, повышая при этом скорострельность. ЛЦУ, довоенный лазерный прицел, облегчает, ускоряет прицеливание на ближнем дистанции, позволяет с легкостью вести прицельный огонь от бедра. Увеличенная коробка для лент вмещает в два раза больше патронов и позволяет незначительно больше всего огонь, ага. Ой, я могу это все установить, ебать. Установите все возможные, оружейник. Чисто два таких взять? Блять, можно? Не, ладно, давай возьмем что-нибудь другое. На вот этот попробуем, коллаж 2012. Хотя я думаю, дробаш, в принципе, нам понадобится по большей части. Сайга. Глушитель сюда не нужен. Еба. Ну что, я готов, погнали. Или взять два пулемета. Не, давай, ладно, один дробовик пусть будет. Саперы, хватит там возиться. Давайте сюда. Проверить снаряжение.
Приготовиться! Ну поехали, давай. Я понял. Так, ладно, давай, давай еще раз. Это очень хорошо. Возиться? Давайте сюда. Проверить снаряжение. Да подожди, а можно загрузить санчик поинт? Там возиться? Давайте сюда. Зря взял, проверить, ладно. Снаряжение. У меня все патронов больше нет, ребята. Ну что, блядь? Патронов нету. А вот патроны вижу. Что я должен с ним сделать, блядь?
Им похуй вообще на это, понимаешь? Дай-ка. Что мне с этим делать, я просто не пойму. Что я должен сделать, я просто не пойму. Опа. D6. Заметка. Мы должны остановить Корбута, не дать ему захватить D6. Иначе все лишения, что мы перенесли после, все трудности, что мы преодолели, выживая все эти годы, все жертвы, все это было напрасно. Неужели весна, наконец растопившая многолетние льды, тоже напрасно манила нас новой надеждой вырваться из подземелья и к солнцу? Неужели ее просто некому было встретить? Не верю. Пока D6 в руках Ордена, пока дышит хоть один из нас, есть надежда. Мы остановим Корбута любой ценой, ради наших друзей и родных, ради всего метро, ради долгожданной весны, ради будущего. Мать, что должен сделать, блядь? Дай оружие мне это, блядь. А что мне нужно сделать-то, блядь, я просто не пойму. Не знаю, что я с ним должен сделать. Я не совсем понимаю, что мне нужно сделать, блядь. Ну ладно, просто стреляю по нему. Хорошо, значит, надо не по танку стрелять, хорошо. Явно должен как-то что-то успеть.
Вот что надо было сделать иначе. Сержант, доложите обстановку. Комбат, мы вытащили раненых. Наши сопровождают их до точки эвакуации. Отлично! Перегруппироваться и приготовиться. Сейчас снова попрут. Есть. Вот что надо было сделать, ребят. Вот что надо было сделать. Ебать, давай сюда. Дай. Блять, нахуй! Ну шо, блять, как вам, а? Что? Что такое, блять? Просто, блядь, миниган, вот это хорош, вот это молодец. Это очень хорошо, блядь, это мне такое нравится, блядь. Это мне такое очень нравится, просто стоишь, блядь! Что ты, кого ты там стреляешь, блядь, что, блядь? Много я вас проходил по стелсу, много раз. Теперь пришла ваша очередь, ебать, чё? Патрики, ребята, патрики дайте. А все, закончили что ли, блять, алло? Не понял. Бред ебаный. А почему я на мигане-то нет нихуя? Нет, здесь надо брать вот эту самую.
Нет, для этого нет ничего, ладно. Быстрее, перезаряй, перезаряжай, ну! Я хуй его знает, ребят, как. Есть что-нибудь, какое-нибудь оружие нормальное? Это очень хорошо. О боже. Ладно, попробуем, сейчас нормально. Давай еще раз. Спереди стоял. Поехали. Блять! Шо, да это где-то, понимаю, чисто на этих миниганчиках, потому что патронов для него вообще нету. Что, как вам, а? Хорошо? Ой, прыгай, прыгай, блядь. Прыгайте, прыгайте. Очень жестко, смотри, они идут, 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 идут. То есть сейчас все должно быть. Берем, быстро, быстро, быстро бери. Да мужики, настраивайте по нему. Конец-то, блядь. Ну вот, кажется, справились. Молодцы.
Комплекс заминирован. Приказ я отдал еще в полисе. Т-6 нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Это еще что? Черт! Неужели опять? Ебать. На поезде, блядь, нормально. Это пиздец вообще. Занять помещение! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Прямо сердцем себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артем, время пришло. А тут кто у нас? А, прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Остановите его! Элитный рейнджер. Пройдите игру на уровне сложность рейнджера. Такова жизнь, что жить D6. Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Типа хорошая концовка, правильно понимаю? На максимальном уровне, почти на максимальном уровне проходили с вами. Так твой папа победил врагов и спас метро. Что, блядь? Папа был храбрый. Он был самый храбрый, потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли, но обещали вернуться. Артема ребенок, Артема ребенок, ебать. Да, ребят. Я не знаю, хорош, скорее всего, хорошая концовка это. Интересная игра очень. Есть свои минусы. Это как баги, которые иногда, ну, мешают иногда. Вот, но в целом игрушка очень достойна внимания. Мне понравилось. Атмосферная игра очень классная. Очень классная игра. Очень классная игрушка. Наверное, перепрошел бы ее еще раз. Не знаю, хорошая это концовка или нет. Наверное, хорошая, ребят. Напишите в комментариях, хорошая это концовка или нет. Я думаю, да. Мне интересно посмотреть на плохую концовочку. В итоге-то. Если вам интересно, я могу пройти на плохую концовку. Посмотрим, что же будет в плохой концовке. Если нет, то ладно. Да. Я поражаюсь. Тому, что по факту...
Я поражаюсь тому, что по факту люди друг друга фигачат здесь в игре. Это такое. Ну, просто местная диска закончилась, я поменял накопитель, куда записывается видос, да, и вот вышло. Спасибо, ребят, за просмотр, такая серия была, в принципе, все. А, спасибо, ребят, за просмотр, спасибо, что побыли со мной в этом приключении прикольном. Интересная игрушка, остался только Exodus у нас, да. Ссылочка официально находится на прохождение метро 2300 Redux, на прохождение метро 2000... прохождение метро Last Light, получается, 2034, да. Вот. Интересно, перепрошел бы я, наверное, еще раз перепрошел бы и. У нас стоит в любом случае на полочку, да, стоит на полочку с The Walking Dead и вот этими всеми играми. Интересная игрушка. Спасибо, ребята, сейчас уже побыли со мной в этом приключении. В принципе, все. Увидимся в следующих играх. Давайте.